Жительница деревни Ижикея Красночитайского района Валентина Плисова удостоена знака материнской славы Чувашской республики «Анне». Награда присуждается многодетным матерям, чья жизнь – пример для многих. О материнской доблести и женской отваге не ради награды. Екатерина Никитко. Помимо воспитания детей, у Валентины большое приусадебное хозяйство. Она работает, еще и делает вместе с мужем ремонт в новом доме. Как все успеть и преуспеть в этом, для одних – загадка, для нее – обычная жизнь. Валентина – любящая мама и любимая жена. С мужем Евгением они воспитывают троих девочек и двух мальчиков. Девиз семьи – все вместе. Вместе покормим кур и бычков, вместе приготовим ужин и вместе сделаем уроки. Мама трудолюбивая. Всю работу, которую я не успеваю делать, мама делает за меня. Например, я сегодня чашки не домыла, мама домывает. Помимо своих пятерых, у Валентины еще 15 деток, которые ждут ее внимания на работе. Она – помощник воспитателя в детском саду. Сама женщина говорит, что для многодетной мамы это скорее еще один дом, где весело, тепло и уютно. Давай красный еще положи. Красный еще. Зеленый еще. Она у нас очень терпеливая, очень, скажем так, всегда может выслушать в любой момент. Ее дети любят, всегда ждут с нетерпением. Хоть и говорят, что небольшой дом может вместить целую вселенную, Плисовым всемером уже тесно. С нетерпением они ждут переезда в новый двухэтажный просторный дом. Там у каждого своя комната. Строительство идет полным ходом. Глава семейства, пока дочки в школе, а мама на работе, вместе с сыновьями штукатурят стены и вешают полочки. Штукатурку делаем вместе. Сами пытаемся. Все. В сентябре планировали зайти. Получится, надеюсь. Соседи говорят, что такую дружную и крепкую семью мало где встретишь. Девочки – послушные ученицы и участницы всевозможных конкурсов. Мальчики – будущие сильные и ответственные мужчины. Их семья, где у мамы с папой пятеро детей, точно состоит из тех самых семерых «я». Екатерина Никитко, Юлия Дюкова, Игорь Зверев, Красночитайский район, Республика.